Всем привет! Сегодня получили посылку с новой почты с доставкой на дом. Нам пришел подарок от моего брата, а подарок на день рождения моему мужу. И что он нам подарил? Вот такую вот полезную вещь для сада. Вот не для сада, а для шашлыков. Ну, саду ж поставим, я же имею в виду. Не для сада, это полезное для нас. Не только для нас. Называется сковорода. Сковорода. Это ножки, вот кочерга такая интересная, загребать жар. Кстати, вот у меня ее не было, и теперь это полезная штука, когда можно разровнять. В комплекте будет, да? Да. Так, мы взяли диаметром 50 сантиметров, средний диаметр, там было 60, 50 и 40, по-моему, да? Хулиган. Кулинарный хулиган написано. Прикольно. Это крышка. Крышка такая интересная. Да. Вот такие ножки завернутые. Сейчас развернем все. Да, удобно с доставкой на дом. Новая почта. Да, эта услуга стоит 190 гривен, да? Угу. Но зато тяжелое не нужно таскать и везти. В очередях не надо стоять. Да, там. Да, так привезли, получил сразу. Это если вот касается каких-то более крупных. Крупных габаритов, то доставку оформил на дом и все. Это вообще удобная вещь, как мне кажется. То есть, если ты кому-то хочешь сделать приятное, да, он заказал доставку. Привезли и все. Привезли, да, и человек не парится. Ножки, да, сейчас будем собирать. Вот они. Смотри, видишь, вот тут гайки с двух сторон. Приварены. А в нашем вот этом мангале, да, у нас оно такой было с одной стороны. Хиленький. И со временем, не, он не хиленький, просто чуть-чуть. Ну, маленький, сборный, да. А вот мы всегда хотели иметь такую классную сковороду, чтобы на ней жарить вкусные блюда разные. Ножки собираются, разбираются. Это ее максимальная высота. Здесь разводится огонь. Если сильно высоко, можно эти ножки открутить, и она будет ниже. И вот сама сковорода. Здесь тоже есть ножки. Можно поставить вот так. То есть, если у вас есть площадка, там на камне. Вот, не обязательно всю эту конструкцию тянуть. Здесь очаг развести. Развести очаг. Вот да. Смотрите, их три варианта. 40 сантиметров. Вот это 50 сантиметров. И есть еще 60. 60 еще больше. Ну, я посчитал, что нам хватит 50 сантиметров. Поэтому взяли 50 сантиметров. А теперь глянем, как это все выглядит в сборе. И крышка. Вот крышка. Можно в зеркало смотреть. Я, правда, не знаю, зачем вот эти пока фиксаторы, да, то есть для чего? Для того, чтобы не открылось. Может быть. Случайно. Наверное. Покажи, что еще есть в комплекте. И вот это. Так. И для нее есть вот такая сумка. То есть это чехол. Чехол, да. Угу. Это собирается, видите. Можно с собой в дорогу на взять. Вылазку. Чтобы потом не пачкать салон автомобиля, все это вымывается, слаживается в чехол, сумку и в багажник. Да, полный комплект. Да. У нас есть чехол, у нас есть кочерга для костра и лопатка. Вот такая, ну, обычная самая лопатка, да. Леха, спасибо огромное за подарок, классный подарок, мы довольны. Ну, а в будущем, надеемся, когда появится возможность встретиться, все вместе приготовим классные блюда. На этой новой сковороде. Да. Такая вещь, я считаю, в хозяйстве пригодится. Да. Огромное спасибо. Спасибо большое. Смотрите, как в октябре окрасился пенисетум лисохвостый. Он был ярко-зеленого цвета, а сейчас у него уже листья становятся оранжевыми.
желтыми. Вот такой осенний окрас. Сакура Royal Бургунди сейчас у нас вот в таких красивых, ярких красных тонах. А ирга такого цвета. Оранжевый, зеленый и красноватый. На ирге еще листья не опадают. А на сакуре опадают. Вот уже падают листики. Быстро так. Сегодня 23 октября. Роза Керио растет и не собирается останавливаться. Вы посмотрите. Это пересаженная, мы ее в горшок пересадили. И вот она начинает развиваться. Бутонов сколько? Этот отцвел цветочек, а вот появляются. Ну, вообще она очень живучая, эта роза. Керио. Осенний сад, он очень красивый. Смотрите, вот этот угол у нас. Здесь у нас гортензия так красиво желтеет осенью. Возле нее барбарис. Атропурпурия. У него такие бордовые листья, но в перемешку с ярко-красными и оранжевыми. Ну и, конечно же, ягодки. Гортензия по-своему интересна. У нее такие сухоцветы высохли, но мы их убирать не будем. Будем обрезать все весной. Здесь у нас туя Golden Smaragd вытянулась уже вверх самый. И здесь у нас кипарисовик Пельц Блю, голубой. А вот этот дикий виноград у нас пополз от соседей, и он совсем недавно был еще лучше, с яркими такими насыщенными красками, сейчас он уже сушится. Но у соседей вот покраснее вверху, получше выглядит. Я думаю, пусть пока тут будет. Разрастется, будут такие осенние яркие краски. Пока мы ничего не сажаем туда, то есть вот пусть оно так вдоль забора и будет. Вот такая у нас тут композиция осенняя. Что у нас еще здесь? Роза Пиранцар. Последние у нее цветы. Еще и совсем немножко. Вот такая у нас она тут красотка. Так приятно, когда уже конец октября, розы продолжают цвести. Вот они. Пиранцар. Вот даже еще и бутоны. Может быть, даже еще будет цвести побольше. Вот. Такой большой у нас уже здесь куст. Пиранцар. Дальше. Что еще в этом уголке у нас есть? Бересклет. О, бересклет Форчуна. Вот такой вот. Он хорошо так прям плетется. И делает такой контраст. Ну, ель пуш, это уже дальше пошло все. Вот такой вот осенний уголок. Хоста окрашивается в желто-оранжевый цвет. Как красиво сейчас цветет роза абракадабра. Не знаю, почему ей дали такое название. Она совсем не абракадабра. Очень даже красивая. Муравей ползет. Смотрите, как у нее интересно. Оттенки осенью не такие яркие, как летом были. Ну, вот она в такую полосочку. А вот есть такой же, только ярче цветок. Они все разные. Это, наверное, из-за того, что меньше солнышка. Вот бутон. Смотрите, какой красивый. Вечерний кофе на улице. Пока тепло, нужно пользоваться.